Движение – это жизнь, считает Людмила Кремер, педагог-хореограф с 40-летним стажем. Когда-то она выступала на больших сценах постсоветского пространства и собирала толпы поклонников. Теперь на протяжении 20 лет других обучает искусству танца. По словам Людмилы, выбрать жизненный путь ей помог старший брат. У меня и мысли не было поступать куда-либо. Брат, старший брат говорит: «Чего ты сидишь дома, иди в какой-нибудь кружок». Я говорю: «В какой кружок, я не знаю». «В драматический». Я говорю: «Ой, стихотворения мне уже в школе надоели». «Ну, в хореографический». Я говорю: «А это что такое?» Я тогда ребенком и не знала, что такое хореография. Это сейчас детки продвинутые. А тогда вот не знала. Он говорит: «Ну, там танцуют». Я говорю: «О, хочу туда». Вот с этого и началось. А дальше через тернии к звездам. Окончив училище, была принята в Государственный академический театр оперы и балета имени Абая. После работала тренером-хореографом в школе по художественной гимнастике. Теперь она преподаватель хореографического училища. Как добиться желаемых результатов, Людмила знает не понаслышке. Великий труд, 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 труд и еще раз труд. Сначала была простым преподавателем, потом через несколько месяцев дали старшего преподавателя, потом какие-то труды написала, дали и доцента, потом его профессора, потом академического профессора дали, это университет при Шамше Купаев на Беркимбаевой, потом уже вот ваковского профессора получила. Людмила Кремер выпустила не одно поколение хореографов. Ее ученики успешно работают не только у нас в стране, но и за рубежом. Для многих из них она до сих пор остается примером для подражания. Она была нашим куратором с первого курса, преподавала искусство танца. Всех своих учеников она считает своими детьми, несмотря на национальность. И мы относимся к ней как к матери, даже спустя столько лет. Все ее уважают, ценят и любят. Недавно Людмиле Кремер исполнилось 70 лет. Несмотря на свой возраст, она продолжает преподавательскую деятельность. На заслуженный отдых мне еще рано, признается женщина. Ведь даже сейчас она готова создавать здоровую конкуренцию любому молодому танцору.